Здравия желаю, уважаемые подписчики и просто посетители сайта. Значит, продолжаем настраивать лампочки накаливания. Вот эта лампочка красная. Красная лампочка накаливания. Горит и не берет току. То есть красный свет дает рептилоидам. Давайте посмотрим по рептилоидскому прибору. Стоит вот 20 ампер, до 20 ампер, то есть показывает вот это единица ампер, это десятая, это сотая, то есть до сотых показывает. Чуть-чуть берет, поэтому чуть-чуть. Опа, чуть-чуть убавили, ноль. Видите, ноль. Разбору нет. А лампочка горит, красная лампочка. Ну, конечно, само собой, и счетчик стоит. Это само собой. То есть на этих и на накаливание можно делать, подбирать ток. Но на этом не все подберешь. Он мощный, нужен латер. Вот такие новости. А, сейчас попробуем, еще одна есть. Такая же. Только желтая. Давайте на желтой попробуем. Так. Не горит. Вообще не горит. Дохлую. О! О! Загорелась. Так, посмотрим. Эш. Одна сота есть. Надо убавить чуть. Огонь. О, убавили. Только осторожно крутить. То есть и желтая работает на нуле. И также счетчик на нуле. На нуле. А лампочка горит. Только это желтая уже. То есть можно настраивать. Приборов надо, запчастей можно настраивать. Лампочек всяких побольше и так далее. Большое спасибо за внимание. Будем продолжать опыты. Вот. Ждать запчасти, чтобы мощное делать. Всем желаю крепкого здоровья и исполнения всех желаний. То есть хорошего настроя, и тогда будет победа за нами.